Всем привет, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем играть в бету Diablo 4 персонажем Некромант. Вот, докачал я до 22 уровня. И совсем немножечко остается до завершения беты. Осталось буквально около 4 часов, может быть. Не знаю, может быть и меньше, кто его знает, когда отключат все эти серверы. Но вот последние шаги, которые сегодня мы сможем сделать. Последние шаги. И далее нам останется только ждать 6 июня. А уж 6 июня там развернемся по полной. Надеюсь, что никаких не будет переносов. Никаких не будет задержек и так далее и тому подобное. Что ж, ладно. Ладно, поехали. Конечно, вот за это время я столкнулся с тем, что игра частенько лагала. Потом, в самом начале, конечно же, я не мог зайти долгое время в игру. То есть, можно сказать, что первые 8 часов прошли без меня в игре. Вот. Потому что были очереди. Видишь, люди докачались уже. Наверное, стоят и думают, ну все, скоро же все закончится. Но что теперь поделаешь? Когда-то же бета заканчивается, понимаешь ли? Ah, you have good timing, friend. Квера here is convinced her husband is possessed by a demon. He is. Been disappearing all hours, coming home with bloody hands. He says he does not remember, but he was scaring me. So I tied him up in the cellar until I could get help. And help you shall have. Come, show us where he is. The door is damaged. Квера. Stay outside, just in case. All right. Demons manifesting already? I don't see her husband. What was that? Look. Где? Я не понял юмора. А где тут вход? Хо-хо-хо. Это что такое? Так, я что-то не понимаю, или я действительно не понимаю ничего? Или это очередные лаги какие-то страшные? Ну-ка. Да нет, вроде стою у входа. В чем проблема? Ну-ка, давай выйдем и зайдем снова.
My husband. He was hiding upstairs. He ran out there, quick, before he hurt someone else. Are you all right? He looks worse than it is. I will live. Go! Так. Айво! Look at me! Stay with me! Здесь, что ли? Васек, wait! Сейчас мы его догоним. Так, опасные бочки. Надеюсь, мы его убьем. Получится так, что хрен убьешь. I need more essence. Это да. Я уж думал вообще. Так это еще не он сам, это кто-то непонятно кто. Я аспект немножечко по-другому сделать. Я уже все-таки руку набил здесь, на этих спеках. Некоторые вещи. Ой-ой-ой-ой. Так. Некоторые убиваются вообще легко, некоторые нет. Конечно, это не здорово. Это хреновское. Скажем так. Ух ты! Наконец-то мне что-то дали. Классно напоследок, да? Спасибо. Ну-ка, давай-ка глянем. Господи. Так, о, вот он, кровавый туман. На 4 секунды оставляет след, который наносит 114 урона от темной магии в секунду. Кровавый туман больше не снижает вашу скорость передвижения, только для некромантов. Это однозначно берем мы. Это наше все. Так, ну все, держите, сейчас я маленечко спек еще переделаю. И попрем вперед, да? Хотя я, конечно, не во всем уверен, но тем не менее. Так. Сейчас быстренько забацаем.
Так. Это я оставляю все-таки. Это. И. Так, ну-ка. Так, да? Дальше двигаемся. Дальше я беру. Так. И вот это, да? Так, потом я беру трупы. 2, 3. Так, дальше я беру это. Это и миазмы. И обязательно беру вот это. 1, 2. Вот это. Так, создаем трупы. Так, и вот здесь еще прокачиваем мрачный урожай. И... Ага, чуть-чуть так. Так, здесь мы... Так, вот здесь я не помню, что надо взять-то. Подумаем сейчас. Вообще можно пропустить тут. Так... Если, конечно, получится пропустить. Так. Так, хорошо. Прекрасно. Ну, хотя, если честно, надо же взять что-то все равно. Потому что это все ведь нам поможет. Все нам поможет. В процессе, да? Больше противников вдалеке. Так, давай-ка вот это мы возьмем. Так. Прекрасно. И... Поражая противников и менее крови, вы с вероятностью 25% получаете укрепление. Укрепление. Давай-ка вот это возьмем. И. Укрепление нам надо. Укрепление. Что, осталось? Нет. Ладно, пока пойдет. Давай, так. Будем надеяться, что это нам принесет удачу. Потому что удача здесь важное дело. Мы создаем такие все это. Так, пошли. Ух ты, досталось. Сдаемся. Вот они все умирают. Здесь, в этих дебрях бесконечных. Можем, да? Ну вот кровавое копье у меня. Вот это вот. Это вот окровавленное, точнее, копье. И кровоизлияние. Но можно тут еще другое поставить. Еще поставить. Сейчас скажу. Вот это вот неплохая вообще штуковина. Классная даже, я бы так сказал. Но тратит эссенцию 24 единицы. Тратит. Да. Обездвиживает. И тут... Ага. Можно вот это вот убрать, конечно. Ну, сейчас пока так попробуем.
Ладно. Попробуем так. Эй, топ, что я сделал-то? Я ничего не сделал. Не надо прокачать, я что-то это. Так, укрепление. Так, все. Так, делаем трупы. Раз. Два. Казнь. Как мы что-то будем делать? Видишь, как держишь хорошо. Я уже круг сделал. И туда что-то и круг сделал, и бестолку сделал. И назад. Пойдем назад. Скажи мне, чему ты рад? Убирайтесь. Нет, мы тебя не оставим. Скажи мне, чему ты рад? Стой, оглянись назад. Стой, оглянись назад. И ты увидишь, глянь так слепо. Дальше будет цветущийся. Твою мать, нифига себе. Это заморозка. Ладно. Вот и все дела. Так, куда дальше? Тут. Ну, держитесь, да? Сейчас нам будет триндюлей. И... Careful. This situation is delicate. Like before, take my chalice and place it down as near him as you can. I'll keep his attention. Vasek, just stay calm. Will you say the litanies with me? Ну давай, с Богом. Stay away. Everything is going to be all right. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Stop! Please! It hurts! Let the light fill the darkness. No! No! Something's wrong. Твою мать. Look upon the shattered remains of this poor wretch and lament your own demise. Ну не шибко страшно только. Только не шибко страшно. Господи, ничего он заморозил нас. Это все? Васек, I have a
I'm so sorry. We need to get out of here. То есть он погиб. Да? Ну чё? Вот такая херня. Не всегда, видимо, выходит. Да? Как хочется. I'm fine. It's nothing. One fire and rest can't cure. Thank you. As badly as things went, they would have been much worse without you. Somehow, I must find the words to talk Vera about our husband. Take care of yourself, child. Ну что, в принципе, понятно. В каждом городе мы будем вот прокачивать какую-то репутацию, выполняя вот эти вот квесты какие-то. Чем выше репутация, тем больше возможностей. Это все дела. Так. Получше моего. Ох, такой вот у меня не было еще. Ну-ка, дай-ка вот глянуть. Какой-то оригинальный единорог. Просто вообще капец. Все-таки, слушай, потрясающие художники работают здесь, а? Смотри, какие одежды, а? Ведь это же каждая коса, каждая вот эта, не знаю, висюлька, это сколько работы надо сделать? Это же капец. Я, конечно, в шоке маленечко иногда. Just take the bread, stubborn fool. It was free. We don't need a handout from those cathedral bastards. Что ты там говоришь такое? It's free. Так. Ну-ка, давай-ка глянем. Ну что, куда рванем? Куда рванем? Куда можно рвануть-то? Ну, давай сюда. Да, пошли. Так, ладно, окей, мы тут выполнили квест один классный, да? Splintered and broken as they should be. This will be a most worthy offering. Окей, ладно, спасибо тебе. Ты похвалила нас. Что же дальше? Вот это вот что такое? Расколотые вершины. Ну, видимо, нам туда никак не попасть.
Что? Молот победителя. Войдите в пещеру ледяного шрама и добудьте предмет молот гризли. Идем посмотрим, что это такое. Просто так-то не пройдешь, надо еще. Игра, конечно, продолжает подлагивать, что называется. I need more time. Так. Так вот. Ну не помогли, конечно. Цепь воина. Ну ладно. Все-таки же эта игра-то не в одиночку, а это все-таки онлайн игра. Поэтому очень хорошо, что мне помогли. Пойдем сдадим. Может, все-таки выполним до конца бета 25 уровень. Хотя бы одним персонажем. An ambush. Damn these beasts. This was Namran's chain. Thank you for returning it. Так, еще заработали немного. Ух ты! Редкий двуручный меч. Ну, все равно. Как-то мне не... Жалко. Жалко пока отдавать это все. Пока мы будем ходить в этом. Пойдем сюда. Прокачивать будем. В оставшееся время. Откуда взялся? Thank you.
Да бля. Почему-то не срабатывает иногда. Я не знаю почему. Я жму, не срабатывает. Высокого уровня пошли. I'm not ready yet. Хрена себе они. Еще будет? Здорово, ребят. Святого. Ну вот что тут? Всякое барахло, да? Я уж куда-то залетел, даже сам не знаю куда. Ну-ка давай вот сюда пошли. Не знаю, может быть, все-таки немножко по-другому опять сделать. Вот еще один момент. Опять я пускаю здесь. Так, может быть, сделать вот так вот. В очередной раз сбрасываю, потому что уже все равно терять. О, цена сброса 1800 уже, ни хрена. Да пофигу, теперь уже пофигу. Так, вот это вот классно тоже. Распад, да? Здесь идет. И вот сюда. Так. Потом. Что еще у меня? Ну, тут у меня эти уже установлены. Есть. Это значит, у меня какие-то эти есть. Видимо, на мне экипировка какая-то надета классная, которая позволяет это делать. Улучшение, да? Мне вот эти вот нравятся. Так. Так. И вот это, по-моему. Да. Вот эта вещь. Так, потом вот это обязательно берем. Три. Берем, соответственно, это, труп. Так, здесь берем, это берем. Так, сюда двигаемся.
тут вот не очень классные. Ну, как? Они хорошие, но не то, что мы бы хотели, да? Так, раз. Стоп. Тут не знаю. Может быть, все-таки вот это взять? Ну-ка, подожди-ка. Меня тьмы. Давай-ка посмотрим вот это. Сумрак. Когда ваше умение тьмы наносит урон противника, пораженный в цели, в течение 2 секунд получает на 2% больше урона от темной магии от вас и от ваших прислужников. Берем. Так, а это? Удачный удар, навыки тьмы с вероятностью до 15% оглушают противников. Так, а это что? Навыки тьмы наносят на 3% больше урона заметным противникам и на 3% больше урона оглушенным. Ага. Прокачиваем, пофигу. Так, одно осталось, да? Ну, тут вот, конечно, уже всякие там армии мертвецов пошли. Это буря костей. Это что? Кровавая волна. А это? Тут уже вообще, наверное, эпические какие-нибудь. Эдикт Каллана. До этого еще дойти надо. Вряд ли мы дойдем, да? Ладно, пойдет. Не устраивает то, что есть. Уже хорошо. Так. Да, куда? Бри. Вот это вот заклинание вообще хорошо бьет. Так что тут спеки можно и так делать, и так, и так. Это что такое? Вариантов тут нет. В принципе... Вот понимаете, самое главное здесь это все должно подкрепляться экипировкой. Так называемыми, как они тут, аспектами. Ну, какой аспект? Какое заклинание ставишь? It's locked. А как же его открыть? Вот эти сундуки, вот я несколько их видел уже. И... Пока, если честно, не знаю, как... Ну вот темная магия классная. Но как ей пользоваться, не знаю пока. Точно. Стоп. Да как туда попадать-то? В это подземелье-то? И где оно? Привет, ребята. Я ничего не хочу от вас. Умри, тварь. Вот, видите, сильно.
связка. И тут вот и темная магия, и взрыв есть. И кровь. Тут все может быть вперемешку. Абсолютно все. Так, ну-ка давай попробуем вот тут вот. Все-таки. Может быть, где-то мы можем спуститься. Вряд ли. Вряд ли. Давай попробуем. Играем, в общем, до упора, пока не отключат серверы. Стоп. The wind's grown too cutting, even for these parts. Так, что с тобой? Чего мы тут не можем пройти? Ужасно, по-моему. Здорово, Лен. Как дела? Как у вас дела? Вот он, чётко. Потому что я зря это делаю, сейчас меня он убьет и все. Сейчас он меня убьет и все. Там какой-то этот черт стоит. Как это работает еще? А. Так. Забавно. Подняться. Смотри-ка, морозит они как, а? I need more essence. Yes. А, ну это, я так понял, это уже групповой, наверное, босс. Потому что уж шибко что-то такое. Я не справлюсь. Хотя кто знает. Ну, хоть попробовать. Типичный случай жестокости Хазара. Они использовали этих людей в ритуале, который уничтожил их же дома.
My burden is too great. I need more essence. Так, ну-ка давай-ка сбегаем в город, продадимся. Петр? Why are you whispering? Our mutual friend needs your help, but we must be cautious. Here, she wanted me to give you this letter. Dear friend, I do not know how much longer my shaking hand will hold a quill, so I shall be brief. I believe the demon we thought we slew in the sewers was able to escape death by using me as its next host. Please, come to me in Kvera's cellar if you can. You're the only one I can trust to help. My life is in your hands. Да, вот это поворот. Поворотик. Come back if you need work. Dark days upon us. You need a proper weapon. Так, это мы разберем, наверное. Это вот продадим. Да-да-да, продадим. Тоже разберем. Хотя смысл в этом какой, да? Смысла нет. Кто-нибудь бы сказал, можно ли будет играть этими же самыми персонажами? Этими же самыми персонажами? Допустим. В июне, да? Кто знает. Смотрим. Ну и как? Так, в общем, я так понял.
этого убить нереально вообще. Это надо группой идти. I need more time. Так. Давай-ка мы рванем в другое место, потому что не справится здесь. Здесь нужна группа. Упустивший склеп. Так, тут до хрена этих земель, это что такое, что за, да что за игра-то будет, что за игра-то будет такая страшная, понимаете, в чем тут дело, это же будет выходить бесконечность куда-то. Будет бесконечность просто. Так, куда нам надо? Звала, а вот зловещий подвал. Мы туда и пойдем сейчас. В этот зловещий подвальчик спасать нашу подругу. Давай. Keep walking before I. Oh, oh, it's you. Thank goodness. The sister is in the cellar. Come quickly. Да понятно. Все, давай. Так, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, ребята. Much time. You need to perform blood rites. Exorcise. Demon. What? I cannot. You need my prayer book, but Chalice is lost. Need to get new one. Where? Margrave. Matve. He is jealous keeper. Be wary. He is suspicious. You may need to deceive. Please. Hurry. Так. Вот он. Погнали. Так, друг, помогай.
Who are you to demand such a thing? None but those who have dedicated their lives to worship may touch the holy implements. I am on a solemn task from the Reverend Mother Prava herself. Shall I tell her you are unwilling to fulfill her request? Please, forgive me. It is so rare to hear any news from Kyovershad, let alone from the Reverend Mother herself. I am honored. Here. It will need to be consecrated first, of course. Anointed in the blood of sinners. There are deserving brigands skulking in the caves to the east. Такой разговор сейчас о моем. А, где это? Здесь, что ли? Нет. Ага, понятно. Давай. Войско из костей. Так, а это куда? Тут были вообще лес терзаний? Сюда не пойдем пока. Пойдем по квесту. В общем, тут разные варианты прокачки есть. Иногда ты сделаешь вроде, думаешь, что все вроде классно. Супер. Классно я подоспел к концу, да? Пятый уровень. Все, наверное, играют. Вот, блин, все заканчивается. Сейчас скоро закончится. Ну что, где кровь грешников? Я думаю, что такое замороженное? Меня заморозили. Потом я удивляюсь, что я двигаться не могу.
все, что ли? Собирал уже? Ладно, окей. Good. Now, take a piece of the burning wood from this holy pyre and place it in the blood. And do stand back. Чего взять? Excellent. The Reverend Mother was wise to choose you for this task. The chalice is now ready for her. And please, do give her my most respectful regards. Так. Respect. Да. Я отчаливаю. Thank the light you're back. The sister has taken a turn for the worse. Right after you left, the sister, she... Well, the demon inside her is speaking through her. She's in terrible pain. She told me about the chalice. Here, I'll place it while you prepare. We must hurry. Чё ты обманываешь меня? Блин. Демонам же верить нельзя. Точнее... Все, что с демонами связано. Он, может, вселился в тебя уже. Так вот. Ну-ка. Пошли-ка разберемся. Что тут происходит? Пожалуйста, спаси ее! Father Anarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light fill the darkness within all of us. Oh, your pitiful chanting again! Are you so eager to watch me freeze her blood? Пец. Что происходит? Let the light push out the darkness hiding within this woman. Father, force this demon out. I knew it. I knew you were involved in something abhorrent. No! Stop him! Stop this instant! The Reverend Mother will learn of this heresy! I will see you all burn! Father, forgive me! Hurry, finish it! Light, purge the wickedness! Enough! I tire of this! Sister, no! 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 How is she still fighting? Ну, здорово. Impossible! Твою мать! Yes. Sister, please say something. Please wake up. It's too bloody cold down here. Oh, light be praised.
Yes, you did well. The demon is truly banished. I'm impressed you were able to copy the ritual so quickly. It took me ages to master. Sister Octavia, you are all right. But these people have engaged in blasphemy of the highest sort. Lying, stealing holy implements, brutalizing a priest of the cathedral. They will burn on the pyre before the day is out. How could you be so rash when the Reverend Mother... Oh, and what will you tell Prava? That you allowed a commoner to so easily deceive her holy representative? That you abandoned your flock in Margrave and left them with no guidance from the lights? If I am to be tied to that horrific pyre, then you shall be there with me. No. I suppose I have been away from Margrave over long. I should return swiftly. But, Sister Octavia, please, take better care of yourself. The cathedral is stronger with you on your feet than in a sickbed. My friend, give me just a moment and I will meet you outside. You deserve a proper thanks. And thank you, Peter Kvera. I know it wasn't easy for faithful folk to do what you did for me. Sister, you saved my boy. There was no choice to make. If we did not do everything we could to save you, how could we call ourselves followers of the light? Давай снаружи подождем, как сказали. Что там? Сейчас дадут нам эпическое снаряжение, да? Вы где? Эй! А, вот, вышло. Вышло. Yes. I can already feel the warmth returning. Thank you, my friend. I put a great deal of weight upon your shoulders. I asked you to lie for me, to put yourself in grave danger. If you had rejected me, I couldn't say I'd blame you. But you didn't. You saved me. And in so doing, saved countless others I can still help. What about Priest Matvey? Are you worried he will cause trouble? No. He will keep what he's seen to himself. Hopefully, I can teach the rest of the clergy to have a bit more faith in the members of their congregation. I want you to have this. It's not much, really, but I hope it brings you some measure of good fortune. Thank you again. You will always have a friend in the cathedral. Ух ты, 24 уровень. Поздравляем нас всех, да? Так, что мы за это дали? Так, давай-ка глянем. Ты. Двуручный меч. Так, а это что? Сестры Октавии, молитвенник. Ну так-то интересная штуковина, но... Ну. Так. Давай посмотрим, что здесь вообще есть. Это что такое? Кровавая волна, мощное умение, время восстановления 50 секунд. Создает волну крови, наносящую, выбрасывающую противников. Так, ладно. Здесь что? Замедление. Три сферы крови на своем пути. Так.
Големы. Армия мертвецов. Сколько уровней здоровья в течение как минимум 4 секунд. Скорость атаки повышается на 4% для вас и ваших прислужников. А это чего? Кости. Ляха-муха, не знаешь даже, куда пойти, куда поддаться. Так. Одиночка. Получаемый урон уменьшается на 6%. А это? Помни о смерти, если вы приносите в жертву и скелетов воинов, и скелетов магов, эффективность соответствующих бонусов повышается на... Ух ты, мать вашу. Но это наше. Это наше все. Это наше. Это все наше, да? Ну а тут что брать? Вот эта костюм кровавая волна только. И остальное я не знаю. Можно, конечно, это взять. Можно и это. А это со скелетами связано все. Ладно. Так, ну что? Что сделаем-то еще? Так, Молнока мы не убьем. Это точно. 26+. Нереально. Сюда вот сходить только попробовать. Пока время есть еще. Рискнуть, да? Давай. Сходим. Не знаю, получится или нет. Так, сюда. Так, ну пойдем сюда, побегаем, чего? Взор света. Так.
Получится, значит получится. Не получится, значит все. Не пугают вот эти лужи уже. Нечто большее уже надо. Просто лужи. Given everything to the church, must we give up our lives as well? I lack the required essence. If I were 2 years older, I'd have passed my trials and I'd be marching with them. Instead, I stay. The skeleton crew will guard the fort until the knights come to help. You be quiet. No more polishing shields for me. They gave me a sword, though I doubt it will ever see battle. I'll write soon. Edmund. Здрасте, товарищи. Привет. Привет, бандиты. Начали. Типическое, киньте мне. Это эти желтые уже неинтересно. Кто-то мне скажет. Вот 6 июня будет, да? Переходи, прокачайся, будьте эпическими. Радует то, что я игру купил. Привет за это, скажем. Пьем.
Так. Я все прошел. Подожди, так там что, открыто или нет? Вы дверь открыли или нет? Открыли? It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. I need more time. Our new recruits are proving themselves strong. I've grown fond of one, Knight Soliana Costa. Her devotion to the faith could cast even the darkest shadow of doubt from anyone's mind. It's easy to talk to her about those I left for the calling of the light. She had to leave her family too. A son. Ну, эффекты в игре, конечно, классные. Нет, все-таки я вот... Меня просто поражает. Как у людей наглости хватает вообще ругать что-то? Не знаю. Да, похоже. Третья часть. Это явно третья часть, которая превосходит. Третью. Да? Ты бляха, вот это он попал по мне. Так, надо ходить. А, хрен с ним, да. Что ты поврёшь, не надо? Не достал. I lack the required essence. Пойдёт. Ключ до зала, наконец-то. Хо-хо-хо-хо. Первоначально, да, конечно, это круто. Сейчас это все. Да, уже нет. Особо большое. Четко сказано, чем выше уровень у персонажа, тем повышается уровень и у... Вот, у всех крючок подряд. Деваться тебе некуда, да? Давай, куда денешься? Куда денешься? В этих узких коридорах. Давай пойдем прокатиться уже. Серьезно, вроде. Сложности кошмар.
а потом все остальное. Стязание. Да? Так, ну ладно, что там меня ждет опять? Этот босс страшный, которого я не мог победить. Да. Ну, это здесь. Это комната. Алтари такие клевые. Да, игра выглядит хорошо. Для беты. Блин, ну мое возмущение, конечно. Это вот все равно, чтобы вы мне сказали, что сейчас, я вот не знаю, настолько люблю Диабло, вот сейчас вы мне сказали, что альбом, допустим, моей любимой группы, допустим, Depeche Mode, плохой. Или все альбомы Виктора Цоя тоже плохие. Это же бред! Вы вдумайтесь, люди, что вы говорите. Как можно вообще ругать? Есть, что называется. О, что-то дали нам. Есть какой-то эталон, на который все равняются. Так вот, Диабло — это тот эталон, на который равняются все остальные. Вот, бляха-муха, вот хоть, блин, башкой об стену долбитесь, говорите всякие гадости про Диабло. Ну, это просто, понимаете, закон. Она лучше. И каждая игра выходит на порядок лучше. Я не говорю, что она там 200% лучше. Предыдущая. Но, по крайней мере, улучшение есть, развитие есть. И так далее, и тому подобное. Поэтому руку.
будем играть. Опять же, в это вот годами. Произношение можно будет. Хотя вот некоторые произношения это хорошо. Кажется, как будто, не знаю, такой акцент. Опять же, ничего вроде как в акценте. Но такое ощущение русский говорит, который не доучил немножечко языка. Закидай этими лужами. Смотри, это кто? Босс? Блять. Че, серьезно, блядь? Подожди, я только что вроде видел. Fresh meat. А, вот он, мясник. Вот его. Что творит? Серьезно? Не, ну это нереально, конечно. Тут нужно нечто большее, чем просто прокачаться до 24 уровня. Так. Легендарный меч. Так, окровавленное копье. Ну, хоть мясника увидали. Его нереально просто убить, ты смотри. Я его убью, бью, а что толку? Смотри, смотри. Бьем-то. Давай, выходи. Или это... Не то, что мне нужен, я вот не знаю. Я же пришел по квесту. Вот забрал. I tried to convince Soliana to leave with me. I told her that her son would rather grow up with a mother, and we could start over, away from this frozen wasteland. She refused. Soliana said to run would be to abandon the light and a better world for her son. Perhaps she's right.
Ну чё, сейчас он тут будет. Мясник будет тут. Давай. Нет, это не тот. Тим, с которым я сражался в начале. С которого даже эти не падают. Аптечек-то нет, все. Можно будет отдыхать. Там вроде упало несколько или одна. Ну, этого можно будет убить. При условии, что если будут аптечки выпадать, конечно, там бесполезно. Хрен тебе. Как вот без аптечек, без полезно. Эй! Упал еще один. Где? Так, лечимся. Постоянно бегать тут остается, а чё ещё? А еще упало где-то. Хоть бы с этих вон тут падали аптечки, я не знаю. Да твою ты мать, как так? Не, ну без аптечек бесполезно, конечно. Делать нехрен. Без прокачки хорошие. Вот. Хотя можно, конечно, убить. Посидеть как следует, да? Еще может раз попробовать. Блин, как долбит, а? Это же вообще маньяк какой-то. Давай побегаем, чё. Ага.
I need more essence. Ну ладно. Чё? Да кто его знает, может быть... Нет, а в одиночку можно его убить. Но надо маленечко прокачаться. Потом уже выделываться. Ну, как минимум, надо сходить. И взять чего-нибудь из экипировки. Классно. Ну-ка, пойдем попробуем. Вот что у меня нет, например. У меня нет... Допустим, хорошего честа, да? Так, туника, да? Перчатки, сапоги. Сапоги вот можно 25. Ну-ка давай. Ну что делать-то? А, недостаточно места. Until next time. Подожди. Ты смотри, а. Уж капюшон. О, этот еще круче. И вот еще выпало. Ну, конечно, если вот так вот я буду просматривать каждый раз. Каждый раз буду просматривать вот такую фигню. Конечно, я так не прокачаюсь. Так. Ручный меч. Ух ты! Мать вашу за ногу, а? Это дела. Ну, казалось бы, да? Вот что? Вот так вот. А тут бац сразу. И на целый порядок лучше, да? Да, все устаревает. Ладно, пока давай. Давай пока. Пока давай. Так, не туда я пришел. Ладно, сегодня у нас последняя запись. Так что наслаждаемся вот последними моментами. Ну-ка. Эти все прокачать надо. Улучшенные предметы. Конечно, я даже себе не могу представить, как какое это все будет дальше, но верю, что это будет нечто классное. Сила атаки, броня. И так далее и тому подобное. Характеристики, материалы. Ну-ка глянем. Так. Уровень, сила, интеллект. 45, сила воли, 74, ловкость, атака, бонус оружия, скорость оружия, бонус скорости,
Вон тут всякой критический урон. Есть, есть уже. Еще не только это, еще вот что. Всякие растения, дыхание ангела, материалы все у меня тут указаны. Забавно. И рискнем еще раз. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? Давай. Интересно, сможем ли мы вообще сделать чего-либо? Ух, собака. Вот какой ты собачий поп, а? Не знаю, может быть, какой-то все равно шанс всегда есть. Минимальный, но есть. Ой, почти убил, почти убил. Склянку выбросил, ну ладно. Ближний бой. Тут все можно прокачивать, да? Как бы. Склянку дай. Жмот. I need more essence. Ясно. С этих не падает почему-то вообще. Серьезно вообще. Где ему? Вот жмот, а. I'm not ready yet. Ни одной склянки не дам. Ну жмот, так жмот, вот это жмот. Да, ладно, сматываться надо. Ложись, мама, ложись. Иди. У меня тут собачка ходит маленькая.
Главное, поспит, потом снова раз, встанет, подойдет ко мне, смотрит, хозяин здесь, все, и дальше спать. Да. Здесь я, здесь. Так, ну что, ладно, будем заканчивать. Так, ну-ка глянем еще на карту. Пещера ледяного, а вот еще испытание зверя. Вот здесь. Давай, сходим с матерью, поговорим напоследок, может, очнемся до 25-го наконец-то. Так. Надо, когда призовем снова. Ух ты, перчатки дали. Ну, спасибо. Спасибочки. Так, кровавый туман. Ладно. Ну, все-таки жаловаться грех, потому что вещи выпадали, они разные. Вот, поэтому, в принципе, нормально. Вот подлагивает игра. Так, маленько тут осталось бежать. Чуть тебе надо. Не пускаете, что ли? Так, все, погнали. Квест какой-то появился. An outsider. I could use your help. A dying knight mistook me for his confessor. He spoke of sacrilegious things. He said his party of knights found a secret to life eternal. A red chalice. Said the bishop leading them ordered them to drink of it deep. He confessed they shelter now in a place he called the Sanguine Chapel. The chalice must be retrieved and I must leave. Find me at the Bear Tribe camp when you have it. Not much. I couldn't find any record of it. But the knight said it was right under the father's nose, through a side door beneath the alabaster monastery. Да ты, походу, сестра демон какой-нибудь. Хочешь стырить чашу из алебастрового монастыря? Far underground. It was covered in dust. Yet still full of fresh blood. He became disoriented after that. I could only make out a few words. Blood sermon. Sin. The man was petrified. Ладно, окей. Пойдем вначале к сестре. Мне всего ничего до 25-го осталось. Blessed are those who bask in the light.
Let our faith be our armor against the encroaching darkness. Ah, you've returned. Come, let us speak inside, out of the cold. Так. Yet you stand before me unscathed. I know his ways. That is approval enough for me. In the name of the light, I bless you. May the light flow through you and keep you from corruption and sin. Our victory is prophesied in the heavens. From the Father's voice to my ears, a spear of light piercing hatred's heart. First Lilith, then the Primes. He will deliver us from the eternal conflict. Viggo and I had a good conversation when he returned. He will do his penance. Trust that he is in good hands. Penitence. In the heavens' eyes, creating humanity was a sin. They cast him down. Now he seeks redemption and the chance to go home. As prophesied, slaying Lilith is that chance. When he ascends, so shall we all. Умный путь. Кровавая проповедь. Ну, пойдем по сюжету, сходим, посмотрим еще. Так, сюда. Елесно. Злые, злые, ничего не скажу. Ну, они ничего сделать не могут нам. Слабовать, да? Скажем прямо. Где ты? А, вот рядышком почти. Как тут?
туда попасть-то? Подожди. Господи. Еще не попадешь туда. Стак. Я умру, ты уже. I need more time. I need more essence. Блин, немножечко неправильно побежал, пошли обратно. Ух ты мой, а? Так, немножко вот сюда. Смотри, переход между зонами. Как проблемно, да? Че, все? Приплыли? Называется, да? Блин. Ну вот не доберешься никак, а? Ну бета она и есть бета. Ой. Пошли оббегать будем, что теперь сделаешь? То нам вообще не дадут. Гляньте. I need more time. Опять не туда. Умеет он, умеет запутать. Пошли нафиг. Ты что трясешь? Побрякушки трясешь, да? Тама. Так, погнали, погнали. Конечно, можно наиграться настолько, допустим, до тошноты наиграешься, потом ну не пускает. Реально? Хм. Дела. А если я все-таки... Ладно, хорошо. Вернусь вот сюда сейчас. И попробую еще раз. Ну-ка. Только немного другим путем.
Куда это я собрался? Это и собрался. Вот посюда же надо. Посюда надо. Darkness encroaches on the light. Dull swords must be sharpened and armor polished. Да, вот так надо. Шли, попробуем. Ну просто банально не пускает и все. Да. Ага. Сюда сейчас. Добрались, да? Вроде. Сосновых хуже. More strangers in the camp. Че, опять сюда? Вроде были. Опять нырыла здесь. Давай. I'll explain on the way. По дороге объяснишь? Пошли. Хорошо. Хрена себе. Спасибо. 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 Понял, сюда, значит. Где Нейрилла? Росмас' description of the ritual was difficult to understand, and the notes weren't much better. I think I know how to talk with my mother again. Так. Сюда. Ах, как сладко. Лилит попросила меня помочь с ритуальным жертвоприношением. Мы убили жреца из эскорта. Он даже не пытался сопротивляться. Только молился и молился, пока мы проливали его кровь. Простите за мой почерк, меня все еще трясет. Внутри бурлит огромная сила. Да, теперь я пойду по пути нашей создательницы. Так. То есть мы тут сражались. Coming from the Black Lake. Do you feel it? Let's hurry.
little magpie. It's you. I can save you from this, Mother. I promise. I can learn Nere, how to... Stop. I can't be saved from my own mistakes. This body is only a husk. My spirit must pass on. And you must let me go. Mother, no. I need you. You need to move on, Magpie, without me. But I can help you one last time before I go. You have the divine blessing. Your blood is the necessary key. Open. We have to go. But... Do you think Lilith is even still here? It's been so long. I'm afraid she's won this one. Besides, I have to... take care of my mother. But it's not over yet. Not for you. Lilith was after Rothmer. Find him. Learn why. I'll be back at the vault. All right. Пуск. Переход в иной мир. How strange. Somehow this place feels like home. Так, ну-кась. Нет, там ничего такого. Сейчас меня тут убьют, наверное, сразу. You are the last visitor to my sanctum. Though you come too late, just as Lilith did before you. For it was my father, Inarius, who arrived here first. It unfolded as my visions foretold. How we hurtle towards the prophecy's end. Ну окей. Сбудется, значит сбудется, да? Будет 25 уровень скоро. Yes. На этом все, да? На этом можно заканчивать. 25 уровень, все, да? Дальше не пойдет. Так, давай прокачаем маленечко. Что тут у нас есть?
давай. Вот и все. Больше уже прокачки не будет, только если мы сами как-то захотим. It started in dreams. I saw shattered images of the end of sanctuary. The scales of a great serpent carried these visions. And so I went to visit him. My and the serpent's thoughts met, and the fragmented future was mended together. I put it down in order, and the prophecy was born. I need to destroy the tumors to go any further. Понятно. Так. Подняться, спуститься. Ну-ка тут что? Ага, ясно. Что там есть интересного? Закрыто все. Ладно. И тут не пробраться. А тут... Спасибо. Спасибо. Чё? Сюда. The prophecy became my burden. There were others that knew, ones that couldn't understand the nature of such a thing. I knew Inarius would be driven to interfere, believing that it was about him. He saw himself as a savior, piercing hatred's heart in hell. Ага.
Короче, мертвецы одни. Так. Да? Тут закрыто. Ну сюда тогда остается. Может, там вообще не будут Диабло отключать? А что, с Бэтфилд ставят на 2 месяца. Играйте. Идите. Нет, пожалуй, вряд ли что будет. И честно. Gates to hell. It was only a matter of time before the Norns would discover what I've done and come demanding to kill me. Радует то, что с него червяки не вылазят. Самое лучшее. Так. Вампиров будет. Я круто. Ну все. Nothing you do will change the future I saw. I create my own destiny. And this prophecy of yours is just a small part of it. It is wider, beyond comprehension of ungrateful spawns like yourself.
Ладно, что дальше? All you must understand is once I am victorious in hell, the high heavens will welcome me home, where I belong. I wish it would be true, Father. Curse this place. I'm being followed. Блин. Всякие щупальца кругом. Святилище равновесия. Так туда еще добраться надо. Да. Ладно. There's nothing but death and mourning. How fitting it shall be your grave. Ты не пройдешь. Мне так и сказали. Не пройдешь, парень. Но если будут тут аптечки, то да, нормально. Если не будут так же давать, шансы не будут. Смотри, 25 уровень. Легия Ливи. А и тут не выйдешь. Птичек не дают. Либо какие-то лечащие заклинания ставят. Дай птичек. Я хоть как-то мог подлечиться, мать вашу, за ножи. Ого, фантастика просто. Да. Точно, смотри, волка поставь. Тут тебе и волка, если что хочешь.
Даже с этим у меня не получается. Аптечку дай. Чё тут? Смотри, до половины все-таки давили. I need more time. Давай. Кто этот рыцарь-то вообще? Это интересно. Накопил просто, вообще капец. Посмотри, что пошло. Ты серьезно? Птичек дай. Мы еще можем даже победить. Ах ты твою мать, падла. Ей. Собака. Yeah.
Блин, убьем мы его или нет? Так вот. Ни хрена себе тут сражаться надо. Refused Venard's bribe. Nerel. Nerel, is she safe? Yes, she is safe. Our meeting is no coincidence. I came here to help. Will you give this to her for me? I should never have taken it. He's so dark. I repented. Do you think I was too late? No, not too late. The light has come to carry you home. Do you not see it, friend? Yes, yes. I see it now. They have come. Просто вообще потрясающе, капец. Просто капец. Да вы чё, ребята, как можно вообще ругать эту игру? Так. Амулет. Это однозначно. Надеваем. Так, ну-ка. Ага, то есть магический щит образуется, да? Что еще мне дали? Мне дали какой-то... жезл или что-то в этом роде дали, да? У меня и коса появилась. А, вот он, карательный жезл. Так... выручка это или что? Непонятно. Так. Какой-то надо этот брать. Щит. Еще что-то в этом роде. Есть у меня щит. И это радует. Хоть какой-то, да? Ух, вообще... Не знаю, какой лучше. Может быть, этот? Нет, вот этот выше все равно. Кровавый туман. Ладно, пока давай этот возьмем. Этот тоже классный. Так.
Теперь у меня есть жезл, да? Что же дальше? Хочется посмотреть как можно больше. Give me the key to hell. I will not ask again. You don't need to. I saw a vision of the key lifted from my corpse under the watchful eyes of the great serpent in my sanctum. If you are chosen as you say, it will come to pass. It's too quiet. Where is she? Is that him? Is that Rathma? To stand beside me in this new world, Rathma. But I would have saved your place just the same. And now, all that you might have been has been stolen from me. Stolen. Извинительно, я этого ролика вообще нигде не видел. Что? Моя удача или что это? Что-то другое. Ложитесь.
Так, вот мы и добежали. Так, что же дальше? He was a good man. And Lilith? Was she even there? Did you meet her? Already gone by the time I arrived. There is more. I can see that. Lilith took a key to hell, off Rathma's body. Then it was all in vain. She's the only one who got what they wanted. Eirel. She came seeking the Haradrim of legend. Seeking hope, she found neither. But her part in things was far from over. In truth, we would need her more than she needed us. Didn't seem that way at the time, though. For anyone. Inarius proved to be just as unreliable as I had feared. His self-obsession had driven him to murder his son, Rathma. And from the corpse left behind, Lilith had taken a key to hell. Where would she use it? We could only depend on ourselves to find out. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом все. Пора заканчивать. Было эпично. Замечательно. Будем скучать 2 месяца, но дай бог 6 числа, 6 июня продолжим. Всем пока-пока.